Сейчас вы услышите что-то необычное, сверхъестественное и преображающее судьбы. Послушайте, это может кардинально изменить и вашу жизнь. Будьте готовы. Хочу сказать слово Божье верно. Если ты протянешь Богу свою руку, ты не постыдишься поверить Ему. Он исцелит твою сухоту. Я почувствовала, как силой наполняются мои руки. Я почувствовала силу и власть, которую Бог дал мне. И я могу противостать, не сгибаться под натиском, а встать и повернуться и атаковать. I felt so much happiness and I felt so much relief and it just makes me so happy to know that I'm God's forever. Now like I can cry, but I cry with joy, not with sadness. Послушайте, я пришла сюда, потому что в моем сердце зима, я стала пустыней. Вы сегодня видите человека, который просто поднялся с развалин. Я очень благодарна Господу. Я очень благодарна. And I know now I have peace with myself that I don't have to have a perfect family. I don't have to have a mom and a dad and a grandma and we're all going to be happily ever after. Like I have God and He is the true Father. There is nothing else that I need. Я знаю, вы услышали то, что нужно вам. Служение Encounter с 15 по 17 мая. Зарегистрируйся сегодня, не уходя из церкви.